Дорогие друзья, я решила сделать такой эксперимент. Дело в том, что я написала много книг, ну, вы, наверное, это знаете, ну, около 40, я уже после 25-й книги уже не считала. И вот одна из этих книг, это вот, вот она, вот эта, Керан Певзнер, «Ежедневные байки о жизни, любви и детях». И вот здесь есть несколько рассказов о моем любимом герое. В принципе, это мое альтер-эго. Это мальчик, которым бы я хотела быть, если бы я училась в школе. Я написала о нем несколько рассказиков и хочу сама их прочитать. Я буду... Это, конечно, не относится абсолютно к обучению иврита, но что поделать, я выделю для этого отдельный плейлист. Ну, не ходите, не смотрите, но мне будет приятно. Поэтому я вот решила почитать эти рассказики. Пусть они будут на сайте. Не возражаете? Бай. Пойду читать.